Приветствую вас, господа рыбоходники. Сегодня мы отправились на рыбалку на жерличную снасть. Будем ловить сегодня на жерлице. Встали, значит, мы сегодня в 6 утра. И вот у нас уже расцвело. Сейчас уже 8 утра. От города нам ехать 80 километров до места. Место называется Камаринское месторождение. Вот. Мы его называем коротко Камаринка. Надеюсь, у нас флажки будут сегодня срабатывать. Ну, а вам я желаю приятного просмотра. Мы поехали дальше. Сейчас проезжаем Вынга. Речка Вынга называется. Сейчас проезжаем речку Кувык. Ну и в процессе нашего передвижения к месту рыбалки у нас температура понизилась, уже стало минус 33. И последний мостик мы проезжаем, это речка небольшая Аношкина. Здесь очень хорошо ловятся окуни летом. Почти добрались, сейчас через лес нам еще проехать. Здесь уже свежие следы чьи-то. Сейчас посмотрим, там, видать, уже народ, наверное, проехал туда. Вот столько у меня шмоток, палатка и все остальное необходимое. А вот Роберта шмотки. Один рюкзак, ватные штаны и бур. Все, больше ничего нету. Сейчас нам надо пройти лесом. Где-то, может быть, метров 500. Здесь тропа натоптана уже. Причем так нормально, натоптана. Здесь рыбаки часто приезжают в это место. Но сегодня у нас никого нету, потому что холодно. Пока мы доехали, температура опустилась до минус 35. Ну сейчас солнышко встанет, я думаю, потеплеет. Ну нам, в принципе, пофиг будет. Мы сегодня с палаткой. Ветра сегодня нету, просто морозное утро. Погода просто вообще офигенная, офигенская. Вот вот такое вот озеро. В принципе, оно очень большое. Все озеро вот это мелкое. Сейчас прямо на середине встанем. Сделаю, значит, такую приблуду. Двойные колокольчики купил, то есть они идут с прищепками. Заказывал на Алиэкспрессе, там 10 штук. Вот, осталось 6. Перейдете по ссылке, посмотрите. В принципе, недорого, чуть больше доллара стоит. Так, берем малька. Живец у нас есть хороший. О, вот такой вот живчик. Значит, как я делаю, можно через жабру, а можно наоборот, через рот. Через рот засовываем. Так, засунули. Дальше цепляем карабин. И я использую в основном двойники. Двойники мне как-то удобнее. И вот таким вот макаром будет у нас двойник торчать сбоку жабр. Ну, я чередую вот эти вот двойники или сбоку, или чтобы вот спереди торчали. Ну все, ставим наши жерлицы. Глубина здесь где-то всего лишь 1,20 м, маленькая глубина, но мы в том году здесь рыбачили, щуп таскали, в принципе, неплохо. Даже такая глубина позволяет рыбе передвигаться по дну. Ну вот, жерлица готова, ставим дальше. Рыба, устройство такое, что там есть устройство.
Рыба так устроена, что там, есть проход у нее через рот. Сейчас, вот. И аккуратно, не повреждает. Есть там место. Ну, по крайней мере, это был маленький. В крупных там вообще пипец какое пространство. И все, и поехали дальше. Ну, ты ему весь рот повредил. Не-не, подожди. Чего я не повредил? Она обратно просто зашла. Типа того, наверное, да? Согреть надо руки. Ну вот, установили жерлицы. Их, в принципе, немного. Три справа и три слева. И одна жерлица в палатке. Все, мы идем пить чай. Была жерлица установлена в палатке. Вот одна есть. Ну, заглотнула, конечно, мощно. Сейчас будем как-то вытаскивать. Прям аж до желудка, по-моему. Вот такая вот у нас пока рыбалка. Это через жабры будем вытаскивать. Открыл сезон на жерлице в этом году. Ну-ка. Килограммчик. Ну да, вот такая вот щука. У нас еще одна сработка, вторая. Сейчас вот мотало, что-то перестало. Там что-то есть. По-моему, есть. Да, есть. Есть. Просто остановилось, наверное, да? У меня там такая же фигня была. Есть. Так, ух ты, хорошая. Так мелко, да, и главное? Что там, помочь? Не-не-не. Не могу попасть в лунку. Тебе надо за жабры взять. Ёбы мой. Во. Хуйня. Вот это щука. Бля. Пару килограмм. Раз. Ну, полторашка. Ой, полторашка точно. Не, ну двушка. Ладно, у меня весы есть, мы ее сейчас взвесим. Есть у меня весы. Я только, вот только перенацепил, живчика поставил. Вот. И она вот только я ушел в палатку, сразу сработала. Так, ну взвесим ее. Что-то весы врут. 45 граммов. Замерзли. Ну вот, друзья, закончили мы нашу рыбалку. Сейчас будем собираться домой. Мы от нуля ушли. Мы поймали две щуки. Вот, вот такие две щуки. В принципе, нам у таких щук на одну жареху хватит. Ну и, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы прямо вверх, еще раз там, два раза там, не знаю сколько раз. Всем счастливо, всем пока, всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на следующей рыбалке. Всем счастливо!